в хреме, как и Тори, может, успокойтесь, нахуй. Нам бы, блядь, пронести бы инстфул, нахуй, уже 2 часа здесь, блядь, дрочим. Какой крип? А кто будет танчить, блядь? Два танка. Это я могу. А, блядь, ты ДПС даешь. На блобе крит 15. Это обычная атака его. Пока он в руне стоял. У него обычная атака 12. Он в руне стоял, 19. Не надо говорить, что он не может по танку критануть. У него капдеф собран. Не пиши хуйню в чат. Пиши. У тебя спина не парирует и не уклоняется, а не то, что она может критануть. Ты че АФК лежишь, биполярный? Поднимите. Че, будем еще пробовать, нет? Кто вообще шею выиграл? Да не-не, давай в обычке-то. Шея Мирана выиграл. Пойдемте в обычке. Ебать, Инет вылетел. Вы убили-то? Конечно. 3 раза, ебать. Потом еще, блядь, догнали и еще раз убили. Оху, без него убьем обычки. Поехали. Знаете, рыба уже бить. Какой нахуй вам ХМ? Мы 2 часа тут уже ебемся на этом боссе. Ну, блядь, не 2 часа, ладно, час. Какой ХМ? Я уже захожу. Давай, по сезону анонсили, а по e-контент нет. У нас просто, у нас каждый трай, блядь, какая-то вот прям просто хуета, ебать. Что-то да не... То, блядь, меня не поднимут, то, блядь, танк там, блядь, шотнется, то что-то еще, ебать. Да ебал я в рот, нахуй, нахуй это надо, блядь. Ну, кстати, там А11 выпустят на X2. И похуй вообще на X2, ебать. И похуй вообще на X4, ебать. Сейчас ебусь, нахуй, отсюда. Тупо А11. Как тебе А11? Скоро доживем, будет уже, блядь, А150, нахуй. А если что, а 11 будет 97 что ли, или 300-й? Ноутбук, ты где, все наигрался? Он у него и не толкнул. Просто наравить, чтобы я по майкам, ну, бля, ребят, не толкнул. Давай, иди пуляй, бейте большого. Большого, среднего, маленького. Жди, в этого ждем. Кого? Валидольчика. Не сами, да, Вал? Все, поехали, давайте. На пул уже спали, блядь. На пуле или большого? Нам хотя бы что-то закрыть. Мы даже на фул пронесли вообще, по идее. На сухой ледос, а горят, блядь, эти ебаные осколки. Так что мы сидеть не можем. Нормально сейчас хотя бы донести вот всю хуйню. Хуйню, блядь. Сейчас донесу. За час. Хотя мы за час, кстати, не успеем. За часик, ебать, а. Мы за часик не успеем, это факт. Там перезагрузка будет, не слакать за хуйней. А, да, кстати, прикольная тема будет. Убежали, миники. А, уже можно. Хорошо. Просто бомжи.
Третий средний. А, плюс лут. Набирайте раньше. А, раньше брались. Перезагрузка, побежали, Мирики. Чё, я опять перезагрузка? Бам, нахуй! Просто, блядь, я ебал! Вы что, ебанулись, нахуй, или что? Чё вы, упали, блядь. Похоже на рохлых, я на рохлых сидите вообще, просто, блядь. Я в животе убегал, я хуй знаю, почему я. Почти убежал, видимо. А, вот оно с чего надо было начинать, а то мы сразу на ХМ полезли. Сначала была бочка, да, зарочить, на ХМ. Не, а бычку, кажется, нужно в два танка, это какая-то хуебала, блядь. Да, да, можно и в три танка. Каждый по-своему заберет. Заходи обратно на ханта, тут хил сейчас будет. Давай. Слышишь? Да-да-да, слышу. Это весело, хуля. Да, тени, блядь, ниши на меня. Я не шубу в трусы заправляю. Да нет, все, добил уже. Надо еще за магазин идти. Побейте, пацаны, меня первого в рейде. Это магаз успею сбегать. Не надо в магаз. Тебе уже слышно, что тяжело говорить уже. Да, я всю дорогу такой, о чем ты? Всю дорогу, блядь. Не дотянешь до конца. Давай, пати. Ты где там, блядь? Ну, на... А, плюсю в общий чат, я забыл. Давай, давай, давай. Хорош. Шкафчик поставили, шиночку рисовали. Блять, ребят, вы адекватны? Ну что это за хуйня? А разве не похоже на... Бля, в прошлый раз же нормально все было. Мы в прошлый раз в 22 тела убили его, в 22, Алена. Может, блядь, тут нахуй дело, блядь, не в этом, блядь, не в людях, ну, не в количестве, блядь, а в качестве. У нас было 6 шаманов. 4 аршама, ебать. Там нечаянно просто на двух персах разъебал ему его соску, конечно. Давайте, РЧ даю. А, нечаянно, да, на двух персонажах еще был. Валидольчик. В принципе, похуёчек. Давай, пуляй, поехали. Разъебали по соску большому, полетели клагарно душить. Бля, что там будет, я вообще боюсь, да. А что за, кстати, спецспособность у мастера Ру? Хочешь посмотреть? Ну да, да. Ох, не надо. Пышка молнии. Да, страшно. Может, Геру дадим большого пряка? Ну, на маленькую дадим. Да, Гера оставьте на клагарну лучше. Вы задели, все равно опять вайбим. Ну вы ведь. Кто зашел? Ноутбук зашел, кто? Где? Ты ебу, что ли?
Готовьте сейчас перегрузку. Мастер рубьем. Сейчас будет скоро перегрузка готовиться. Ну кас. Вон на руна разбежались. Кас. Поводи. Хорошо. Прохил. Переань. Кас. А он так сбивается? Да. А, получается не сбивается. В данном рейде. Элла ДБР нечаянно. Бежали. Бежали. Съебали все до лара нахуй. Да, разбежались. Че, под пивом, что ли, нахуй? Сейчас руна будет. Разбежались, куда вы все в мили, блядь, подбежали? Сейчас, блядь, он закроет, нахуй. Бежали, били. Бля, у горы, да, оказывается, визит, босс. Сейчас будет, блядь, босс на вас фазе, сбили каст. Разбежались, сейчас враг. Убрали, да. Босс сейчас маленький, будет летать. Когда он летает, все с него съебываются, никто его не бьет. Ну, вы, конечно, можете подбежать под него, кто всегда верит. Не надо, ебать, а то сейчас они реально подумают, что надо подбежать. Красавцы, парни, ну просто лучше. На нахуй, ебать. Я видел там кто-то чата. Я не говорил подбежать. Давайте, остался один молодой, нахуй, добейте. Один молодой, да, изи он. Самого младшенького, нахуй, самый тупенький, бейте. Не, ну вообще, не могли там играться. Скоро будет какая-то хуета, не знаю как называется, но он полетит. Хуета натуральна. Теперь, да, убежали в Долоран, все съебались. Там не нажали, блядь. Я не советовал. Мирики съебались. Все, бежим от него. Лостым его. Только, самое главное, выживите, блядь, и все. На, пошла душилова, блядь. Пиздец. Просто злой гном нахуй летает, блядь, и месяц ракет нахуй. Ну, лайду похуй, и дамажит. Все, бейте. Кас. Цинотеры. Сейчас. Кинь на рефреш. Один с этого с Рошана, да? Поеду. Не, кстати, аганим на Луну раньше был хороший. Не знаю, какой сейчас. Не знаю, что там шар дает, конечно. Шинка на пару сек отойдет до туалета. Кому-то грудак нужен этот? Грудак. Бухас.
Грудак двухас, парни. Нужен кому-то. Мне показалось, что у меня антирант умер, что я уже обратно встал. Парни, грудак двухас. Кому-то, да? Да, двухас Вячеслав очередь. Перчатки вот эти вот нужны тебе? Шаман, тебе нужны такие перчатки? Алло. Не-не-не-не, а мы, Миша, Миша, тебе нужны такие перчатки? А, нет, ну вот. Ну шо, бойцы ебать. Осилили самого сложного босса? Вы хрень проебали. Вам самим, блять, нахуй не стыдно ебать? Вам не противно ебать бить собрание в обычке, фу нахуй. Я бы сам себе сказал, сука, ну ты что-то делаешь не так, блядь. Ну соберись, блядь. Да я боль, ты 4 на. Босс барьер, блядь. Просто ты вратарь встал, ебать. Ты не пройдешь, нахуй. Кстати, из него получился бы нехуевый вратарь, мне кажется. Из Клагана. Блядь, дайте им кто-нибудь, блядь, кто может ставить санную рыбу, не соебался ставить со специей. Так, не ставь со специей. Больше нечего ставить. Да, последнюю давай ставлю, а потом обычно будем ставить. Да, да, у всё кив хп, ребят. Еще какой-то каламбурчик будет? Я все озвучу. Я могу как стример просто в чатик озвучивать, короче, вы пишете, ребят. Все припиздили. Рибаф на рейд. Играем все в тело, по команде свичите руку. Свичают все без исключения. Где шинка, блядь, все? Набухался, блядь? Наигрался. В неравной схватке алкоголь скопления свалили его с ног. Кто это говорит вообще? Ну-ка. Дайте я спалю. Это. Не замолчал, блядь. Это Квин, кажется, говорит. Да? Нет, не Квин. Это Квин. Ну-ка, Квин, скажите. Сидит, молчит. Ладно, ладно. Да похуй, бежит, что делать. Давайте еще раз рычаг даю. И полетели, полетели в небеса. Две роги. Шапирион. Кулак дайте по рогам, а то они там негодуют уже, ебать. Сейчас вас ставят. Давайте, варщики, покажите, блядь, как умеете клеивать, нахуй. Да не надо клеивать здесь, блядь, сейчас сломайте, блядь, раньше времени, нахуй. Все, давай. А, стоп, стоп, ты с танка спекнулся, спекнулся, все, полетел. Клеивы как мразь, просто. Давай. Я знаю, ты умеешь. Ранжу держите, людей не хранить. О, пошли сразу. Давайте, ретрики, тоже включайте ауру. Захил дали. Плотный захил дали. И плотный, и плотный, нахуй. Говорит город-герой Ленинград. Руку сыграли? Руку играем. Руку, больше ДПС в руку, еще больше. Бля, там уже руки полямы нету, ебать. Вы что, ёбнулись нам? Ну какой руки полямы нету? Правый. Да подожди, дай руку выйдет. Ой, вы все забрал. Все, играйте дальше. Лучше режет, бегите. Ой, я тоже умею клевать. Что это было? Это что было? Руку играйте, руку. А. Все руку. Нам нахуй. Выбили, да? Руку играйте. Какая нахуй руку? Давайте пить. Оставляли Геру на Каладарна, все сейвил. Сейчас под Геру дадим, под руку. Куда вы там, блядь, кливаете? Уже две руки, блядь, убили почти. Луч водите.
Ну-ка, бляните мейдж слэйера. Чего там зашел? Не надо его бляить. Руку, Геру. Руку, да? Геру. Можно тебе стаков, два стака, давай я заберу. Три раза рука, три раза в руку попал. Выбейте руку мне. Выбили? А, выбили. Да. Ну-ка, это, рекаунт, поиграй через другую руку. Что-то 500 тысяч у руки. Выбейте руку, руку играйте. Руку играйте. Больше добавьте руку. Давайте варчики, блядь. Милики, подбейте правую, левую руку мне. Левую руку играем. И правую руку кливаем. Давайте. Левую руку. Я выдержу, блядь. Левую, больше левую. Правую теперь играйте. Правую выбиваю. Правую. Все вправо. Это там полред уже валяется, войт упал. Это походу валяется. Если вы сейчас босса убьете, я не упаду. Все, левую, хорошо. Ебать, нихуя вы банки потные. Сейчас ачивку сделали даже. О, ебать хуета. Тринку бала? Ага, ебать хуета, нахуя. Ебать, конечно, говно, наверное, подвал просто, ебать. На весь рейд, нахуй, вперед. Все, давайте, ставим ТП-шнулись, блядь. Идем на то, ходим. Кому нужно варчики, я бесплатно отдам. Хотя вот танковские шеи. Палочку, никому не надо? Ладно. Какой ты пати? Все. Лекс. Все равно эти хуйни. Ну, Вадис полетел без команды, ебать. Что там вообще рейд, где вообще нахуй. Просто так, да? Никому нахуй эти чай не нужны. А у кого там уже пиздец-то? Набухал, что там уже идет? Наши. Что-то как-то долго. Тебе это много, вот эти вот платные... Этот, Квин, тебе не надо запад? Квин. Ой, блядь. Наш бабу убил. Кого убьем? Кошатель. Убьем, как пойдет время. Пойдем на ходу.
По левой стороне бежим. По левой стороне в стенку перлись, блядь, и бежим. До конца бежим. Танк собирает, и убежите до конца. Только вы это не наступите! Он не работает. Притянет. Да, уже наступил там. И так похуй саверти большого, блядь. А сам гуплут я соберу шкуру. О, ебать. Дайте СС кому-нибудь. Напуливайте, лейте, посыпьте. Больше напуливай, да. Еще напуливай, все напуливай, сдали, все конфликты. Да я крутанул бы сна, что-то как-то, она же не все цели бьет. Кстати, я вчера ходил в РБК с 30-м Арксом, на это 4, ебать. Он был, у него все сокеты были в РПБ, и он давал 10-ку на босс. Он у него был ёбнутый ДПС. Да, интересно. Просто все сокеты в РПБ, нам. Шаром, я силу, парни. Я не знаю, как-никак, но он бестриник был. Да, у него были бы, я так мельком посмотрел все шмотки, вроде бы у него почти что все шмотки фулл РПБ, фулл сокет, ебать. И вот он дал ебашу, он хуй, ну дай божей. А у тебя в пати кто еще был? Два пала и все. Ну два пала и против. И я на листе. Ну, не, конечно, тоже. Так, поставь говнорыбу. Для говнорейда. Шаперион. А что за ник у Вара? А может рыбку или сло хотя бы? Он Snark Mythology, по-моему. Не помню ник. А, но он босс? Нет. Там какой-то ник ёбнутый, вообще забей. Это я надо на персте смотреть. Дайте масло, ага, еще что. Его, не, парни, в обычке бьём. Такие хэм. А кто просит масло? Ладно, правда. Сейчас, секунду. Дай ворче. Напу. Давайте. Никита. Пока майя, зайдите мастаку. Я молодой. И по стаку его. Все, поехали. Разъебали вспышки ледяные. Быстро, быстро, фастом разъебали вспышки. Не стакаем, да хуя стака бегаем, ебать. В лужах не стоим. Делаем все по красоте. Как на первую сторону? Ну, при короче, не буду вам разносить ничего. Что здесь спорить тоже? Раз такое. Стакается там, я-то нет? Да. Вот молодец, кто-то, блядь, огонь затушил. Мага 6 стаков было. Отдал на сейф. Зашли. Бля, а чё, быша ещё нету, чё? Я так и знал оттерять, у нас был символ ставить. Меня слышно? Да. Как это хуйня с интернетом, я заебался в ГТ. Сука. Короче, я вас верю, давай. Да мы сейчас обычку убьем, не факт. Ну,
Понял. Зашел в игру, сразу здесь рестораши. Спасибо, Габан. О, осколок. Да. Нидай. Нидаю. Можно либать, это Кадос? Не игра, это просто пошли не нахуй. Где Далс? Дал, дал. Воин, охотник шаман. Тебя убилишь? Да. Ты меня аж по телу резко не хоть убили. А. Рольте грудак. Воин, охотник. А чё этот шмот купал 39-й? Плащ. Ой-ой-ой, не туда руки, ну. Говно плащ взял, пал. Так, Шамен выигрывает во второй пати. Стоите там, ждете, блядь, меня. Миша, гуа, отдал сюда. Да. Это грудак нужен? По кого сагрили? Ну на. Плаща кролить. Чё комбат титуля, блядь? Ах, успал. Так, мы ее пропускаем. Сейчас она пройдет, вернется обратно, только потом пойдем спугнем. Давайте вот тут постоим, сейчас обафимся. Вот здесь. Кто умирал. Купал, тебе точно это надо? Если кому-то на мейн, пожалуйста, я просто ДДшника сейчас одеваю, я на ДД рулю. Если кому-то нужнее, вопросов нет, забирайте, конечно. Да. Вот это роль. Да, нужно что-то... Рекаунт, аккуратнее там стоишь. Поставь, ну, пожалуйста, только на рыбу. Аддон. Там мобы бегут, откуда вот она, нахуй? Бонжур забирает рудоч. Ага! Там мобы стоят. Видите эту хуйню? К нам ремонтники бегут. Че за хуйня, ебать? Так, еще вот такого дурачок. Никому. Войд, лови мобу. Ок, типа, ничего тут. Кому не... А, нужно рыбу. Че за суки? Паладин? Нет. Маг, друид, разбойник. Полицейский, король. Маг, тебе нужен? Я хостел, у меня то и дело интернет падает. Я не знаю, что делать. Мне вот опять вот. Мобильный подрубаем. Так, второй грудак нужен. Флекси, нужен грудак. Отойдите оттуда, чтобы бабу не сагрить.
Рога! Ну, пизда. Да, там и тотемы были. Че, все отошли, да? Рога не отошел, и тотемы стояли, чида. Я говорил про состояние ваше. Все отошли куда-то. А мы не можем. Сдохните все, потом кто-нибудь из шамов встанет, блядь, и всех поднимет. Раз, раз, слышно меня? Да. Нормально? Я мобильный включил. Да, нормально. Я не знаю, какой первый раз мобильный просто тыщу. Ебать, ну что по пингу. А вы что, вайпнулись? Да. На ком? На этой, на бабе? Нет, все отошли. Ты включил его, не бойся. Он даже не шинку реснить, он по нему почему-то не достал. Давайте, разбав, давайте. Кто вышел еще? Ну, шагу. Чел заебался, походу. Он, видимо, этот. Зашел до ходера, увидел меня, упал. Да-да-да. Что бы новое, все знали о тебе, да? Вот, да, я еще говорил. Ставь рыбу шапирем. Ну если затонешь мне, я поменяюсь, а не... Денчик здесь? Я вот о том же, нахуй надо. Я еще деньги в игру не вкидывал. А, ты... Кто может рыбу ставить? Сколько линарков пащи? Денчик здесь? Вот, дай, а дай нечаянно путь поставлю. А что ты хочешь, чтобы он зашел? А? А, ты с телефона, я понял. Ну, а дали рыбу? Ребята, вы не можете рыбу разобраться? Давайте я дам нахуй с ГБ сниму. Ага. Блять, поставьте ГБ. Ну заебали, раздупляйтесь уже нахуй. Время уже 3:30. О, время как раз поспать. На, ставь на чай. А у Сани 24 оказывается. На роге. За ней рейд плутал? Нет, у него голова была. Он кисень. Поясен. Сильно, сильно. Так, пожарили, всех спустились. Где она там вообще? Броди ходит, блядь. Вон, она далеко, давайте. Заняли места, позицию, блядь. Сейчас я шамана оставляю. Шаманы оставляйте трепет. И ёба. Куда вы, блядь, Трикс, это её тяна ещё подошла. Куда вы, блядь, там пуляете, нахуй? Слушай, Саша, мне кажется, тебя подменили, ты, походу, двойник. Нормально хао, через каждое слово говорит ебать, ебать. А ты что-то не говоришь, это, походу, не ты. Ёба. Пойдёт? Не так, ебать. Ебать копать, блядь, и не рейд, нахуй. Так, ебать. О! Вернулся. Ебать, так ебать. Что это было? Не просто ебать, а трахать, парень, трахать. Трахать, трахать, трахать. А можно фулл ребаф там, касочку?
Дайте фуворебав, господа офицеры. Кому это ребав дать? Быстрее уже, куда ты башки побежал? Сейчас с пула холи ты массакр узнаешь. Шо? Давайте не обозрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Отдал. Киски бегут. Блядь, ну почему они напрыгнули сразу же, ебать? На. Скиньте волевую. Здесь, блядь, нахуй подвалился мёртвым, меня всё равно кошки сожрали, нахуй. Ну ничего страшного, отдохнёшь. Далее, ауя. Сыпьте, сыпьте. Ради этого быша котел. Все, ебашься, мразь. Да не хуйня ебаный. Виск. Тебя, блядь, слюю в лицо хуяю, надо. Кис поиграть. Да ваша киска за мной. Да, если Мортал пройдешь, можно сам дорестакать. Что это перспектива? Готовься, блок уводить. Пошли, 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 потихонечку бежали. Молодцы, умницы, ебать. Просто лучшие, да. Никуда не смотрит этот пот. Неужели без команды просто всем поебать? Ну видно, что кошка умирает, сейчас она будет бежать. Кики нафиг. Значит, убежал рано, ебать. Да понимаешь, что на твинках, но, блядь, люди-то не меняются, ебать. Люди-то одни и те же. Слакают-то, блядь, нахуй те, кто, блядь, в мейн рейд ходит. Не ДП на мейнах. Я не будет второго рейда. Хули нас скачет, как мразь. Да, он выбежали, выбежали, выбежали. Бля, один холипал сидит, блядь, на серьезниках. Пала жалко, да. А да его в первый раз. Чтобы он здесь не страдал. Блять. Да не, я здесь пострадаю, осколки полутаю. Нормально. А сколько у этого осталось в эрдру? Много. 12-14. Мне 13 тоже осталось. Там они, конечно, побыстрее фармят здесь. Ну да. Там с йога, с алгалона. Йога 100% в любом случае. Ну да, да, да. Алгалона даже тоже. Плюс 4. Так, алгалона тоже 100%. Типа в рейд как минимум не сбивать. Киску запизди. Хвостовый. Полетело, ебать, нахуй. Пидорасить вам, ебаники. Мне, нахуй. Вводи. Вводить. Ебать, я чуть кодера, блядь, не активировал. А чё, ты собрался йога бить, ХМ? Я вообще, конечно, не планировал его бить. Туго идём. Ну, надо. Надо. Таким-то осколок падает, конечно, мы хотим йогу. Радик упал еще, просто так сидит малой. За сколько не идет. Спасибо, ребят. Слайд. 300. Кольцо танка.
Кому мне его дать? Хорошо. Асу это четвинг. Это пука, да, кажется? Вакомбат. Там на йогу Саня потянется, если еще. Слышишь, Атош? А? Я говорю, на йогу, если еще Саня потянется. Дай тогда... Лекс. Читай. Там нет. Человек. Кто еще люмнул? А. Так и было? Или кто-то еще люмнул? На среде, конечно, редеет, но... А, и Вашка все, да, играл тоже. Ты кого, тебе надо это? Транс. Чего? Сами. Какая сила там? Да. Кому? А, я на мои там. Будешь ждать? У меня ДК только там. Интересно. Асо, асо, асо. Да, и это ДК. Только да. Чатка. Чежный. 50 на кого. А у вас себе ты ножа нету, да, когда она убил? Есть, кажется, он был. По-моему, демон. Изи ноль. Дай ДК-шки кольцо тогда. Было. Ну ладно. 25-ки он был. Ангел, флексик, так флексик. Тратит. Да, все нормально. Давай для каски кольца, пусть помейнит там. Сейчас я соточку кину. А себе бетон бандит. Тупо бандит, нахуй. Бля, конечно, кринжово звучит ему на ванпох. Бандит, ёпсель. Бля, чем какой-то я себе звание писал? Сам с них угораю сижу. Почему я 49 ебал? Там все ролишь сидишь, а? Там все ролишь сидишь? Нет, я так смотрю. Бля, молодец, у меня трафика вообще хватит до конца РТ. Вообще, Вовка много жрет? Нет. Не, немного. В час примерно 200-300. А, ну это хуйня вообще. Он про рубли. Так, давайте, кто еще хочет бандитов встать? Есть такие? А? Че, Вольф, не спекаться взять? Кого бандитом сделать? Ты че? Ты, нет, ты твинки. Не-не-не, Вольф, какой бандит? Ты твинки должны на свое место. Так, сейчас. Здесь как раз выиграл. Можешь. Так, в комнату идет у нас Тарампара Войд. Ты тогда Дагислава что тут ботанчик?
Ну, типа, потанчишь в этом. Ты понял? Просто потанчишь. ДД. По хилам туда идет, короче, давайте хули дэс. Есть, попал, спек 225. Нет, не надо, попал. Тут танчит чел, может тут чела танчит. Какой бандита, блядь, ты твинк нахуй. Сиди в своем твинке. В комнату идет, короче, воет, хули дэс и давай эндемик. Вдвоем покинуть. Ванжови эндемик. Ой, ванжови. Холидес эндемик. Три хила тут остаются. Лада, выливай. По ДДшкам туда идут, короче, давайте. Идет. Иду я. Идет маг. Идет. Блять, ебать вас тут нахуй миликов. Давай, ты рекаунт идешь. Туда. Нечаянно идет. Лок, маг. Два лока. И Асус, ебать. Похуй, пойдет. Ты идешь налево. Ну, в комнату идешь. В комнату идет, еще раз повторяю. Два лока, маг, нечаянно, рекаунт и асус. И я. Два ханта тут остаются. Один хан. Давайте бить уже. Ты все-то тут? Давайте, поехали. Раньше там. Комнату в холидес? Да-да. Вот, и это самое. Доктор, тут короче, таунтишь мобов, управляешь этим статом, короче. Это... Смотрите за этими, за разрядами, которые у вас будут в спине, которые вылетают молнии. Короче, это нам что-то признано. Раньше только сам вот держите. Все раньше 10 пропишите, а лучше 12. Это было в горах. Кто это? Где я? Мой повелитель? Давай, полетели, ебать, похуй. Смотри. Каст, бивайте каст, божественную кару. Бейте каст. Уярит моб. Полетели дальше. Мобы бегут. Прислужнику каст. Здесь смерти пробудится, да? Налево перебежали, налево. Перешли налево. Давайте. Сейчас бабы ша закрутить. Все, пошел дальше. Направо, ребятки. Бабахма. Агри быстрее. Что ты стоишь, ты воин? А, нахуй. Пробудителя убить? Шика, ты спела. Верни ее нечаянно. Ты же с нами здесь? Пробудителя играйте точно. Понятно. Чё там? Я умер. Чё, хуёво так всё? Ну, немного. И ладно, БР недолго. Да не, лучше раз. Лучше тебя. У меня БР. Одень щит, блядь, и вводи в стойку вот там. И танчи. Сейчас скоро выйдем уже. А, у нас ДКшки. ДКшка, включи фу стойку. Их там складывает очень сильно. Чё, а ты мне позарить не успевать или что? Ну да, ты у нас милика забрал. У вас еще минута в комнате? Ты чё, минута ты чё? Упали бы. Дай нам ДДС. Типа Асу, прикал. Осуждаю. О, не пиши хуйню, блядь, заебал. Ты, блядь, твин, заебешь. И чё? Вот и чё себе засунь. Всё. Можно либать, это, блядь, бой. Не игра, это просто пошли не нахуй. Ты есть на мене звание. Вот кем ты на присе? Просто. Да не пиши в капсу, мы тебя умоляем. Я бы глаза болит от этого. Осуждаю. Осуждаю. Я не даду тебе бандита. Я тебе максимум могу дать мут. Вот так вот.
Там чего это, бахла что ли, Васильевич? Хуйню пишет какую-то. В смысле, потому что у меня все твинки со званием соучастник. Так понятней? Чем есть дискриминация так везде? Не неси чушь. И, блядь, оф ты тема, я не прошу. Это что, у меня банкир взят, я набираю людей, кто на Ларе играл. И так бандит, блядь. Сиди со соучастником. Просто не отвечаем. Вы иди спелить, ебать, и косты сбивайте, да. Асус, давай в танк, спекайся. Тогда река, он тут остаешься. Идем, короче, как и сейчас. Ну, типа, шли, только без рекаунта и Asus. Да. Поставьте рыбку. Поставил. Как на рыбу. Вольт подручный. Что тебе не нравится? Я могу бандита наприседать, согласен? Я тоже могу тебя бандита наприседать. Элегантстера. Поставь. У кого я рыбу давал? Поставьте рыбу. Нечаянно, тебе же рыбу давал. Есть мут. Для тебя есть мут. Бля, вот, веди нормально себя, прошу тебя. Вроде взрослый мальчик, нахуй же. Ты хуйню сидишь, пишешь. Кушайте. Ты ебанча или что? Или ты сейчас мне объяснить будешь? Есть определенные правила, для которых надо придерживаться, ебать. И ради тебя я эти правила нарушать не собираюсь. Давай тебе звание, нахуй, которое, блядь, в гильдии, нахуй, дается, блядь, мейнам. Ты пишешь, мы жалкие, ебать. Это не оскорбление считается. Давайте. Тебя, блядь, тебя за этот базар, нахуй, если бы нормальной гильдии, уже кикнули бы давно, нахуй, то, что ты здесь исполняешь. Тебя попросили уже минут пять назад офтать эту хуйню. Ты продолжаешь уже. Как просто маленькое дитя, американцы дрочи не делают. Давай, отдыхай нахуй, блядь, долбоебик. Я заебал нахуй, уже просто, блядь, дебил, блядь. Иди нахуй отсюда.